Начнем сегодняшний день с позитива. На улице пасмурно, но у нас хорошее настроение. С улыбкой по жизни, с любовью к своей профессии. Вот уже 30 лет Рамзия Спиридонова одной из первых видит настоящее чудо. Как рождается ребенок, слезы счастья матери. На бейджи надпись «Главная акушерка перинатального центра «Мама». На памяти сотни пациенток. Свои первые роды Рамзия Вазыховна приняла еще студенткой второго курса. Позже уже с опытом поняла, одного мастерства мало. Важно выстроить связь с роженицей, настроить ее на нужный лад, приободрить словом. Ну, здесь психология должна быть. Нужно разговаривать, смотришь, или как с дочкой, или уже жестко целенаправлять женщину. Я с ней четко, конкретно поговорила. Она собралась, и тут же мы родили, где-то вот в течение 30-40 минут. Ну, и это все прошло, но думаю, как обычно. Потом каждый раз женщина, встречая меня, благодарила. Уже прошло, наверное, года 2 или 3, она всегда говорила: «Представляете, вы пришли и мне дали силы». Свой профессиональный праздник женщина встретила в кругу коллег. Поздравления и благодарности звучат со всех сторон. Торжественная часть прошла в зале Дворца творчества детей и молодежи. Поздравить тех, кто плечом к плечу с врачами ежедневно оберегает здоровье ульяновцев, приехал глава региона Алексей Русских. Примите, пожалуйста, слова самой глубокой признательности за искреннее и беззаветное служение людям, за высочайший профессионализм, за понимание важности задач, стоящих перед вами. Алексей Русских отметил лучших в профессии благодарственными письмами. И все же главная награда для виновников торжества – улыбка пациентов. Чтобы ее увидеть, в отрасли трудится 9 500 медицинских сестер. Это если брать всю Ульяновскую область. Со стороны профильного министерства и правительства действуют меры поддержки. Это, к примеру, программы «Земская медсестра» и «Земский фельдшер». Вступили изменения в свою силу. И есть такая возможность выпускникам, вот сегодняшним студентам, выпускникам прийти на работу в тот район, где они работают, где учились, и также получить и поучаствовать в программе «Земская медсестра» или «Земский фельдшер». Если говорить про обучение, разумеется, у нас есть целевой набор, это наши абитуриенты заключают договор с лечебными учреждениями, с Министерством здравоохранения, и, соответственно, обучаются, уже даже понимая на то место, куда они пойдут, даже должность, зачастую даже и направление. Каждый из них в будущем пойдет одной дорогой – дорогой милосердия. Сегодня все песни звучат в честь медицинских сестер Ульяновской области. Если продолжить парой строк одной из них – «Нет на свете сердец горячей, нет профессии – ближе к Богу». Александра Никитина, Герман Баранов и Даниил Сурков. Управда ТВ.